Сегодня в местный храм жители деревни Слобода и соседних поселков спешат с особым чувством. Здесь отмечается престольный праздник. Блаженная Ксения Петербургская, в честь которой построена церковь, считается покровительницей семейного очага и помощницей в благих начинаниях. Это великая угодница Божия, подвязалась в далеком от нас, в 18 веке, и, конечно, восприняла на себя очень великий подвиг, подвиг юродства. И вот за эту простоту, сердечность, смирение, я думаю, что наш русский народ ее любит и почитает. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий приехал поздравить прихожан и священников Видновского благочиния с праздником и провел божественную литургию. Храм блаженной Ксении Петербургской был возведен чуть менее 5 лет назад, благодаря усилиям одного из местных жителей. Церковь была освящена 9 июня 2019 года. Этот храм современный. Построил его благотворитель, местный житель на своей земле, которую потом передал в собственность Русской Православной Церкви. Причем строил он этот храм с большой любовью, ответственностью. Более 100 человек приняли участие в божественной литургии. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий обратился к ним и всем верующим с теплыми словами. Хотел бы, конечно, всем пожелать щедрой Божьей помощи, молитвенного, такого духовного устроения, чтобы никакие невзгоды, которые обуревают и каждого человека, и наше Отечество, не смогли бы поколебать самого главного – веры. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.